Всероссийскую конкурс-премию современного уличного спорта и творчества «Карда» проводят в четвертый раз. Разнообразие уличных культур поделили на три направления – стрит-проекты, стрит-танцы и стрит-спорт. Это воркаут, паркур, фриран, хип-хоп, брейк, трикинг. Ну и также, конечно, могут себя ребята проявить, которые занимаются именно развитием уже более, так скажем, серьезного масштаба, не только как атлеты, как спортсмены, а как руководители школ или руководители бизнеса. Всем участникам необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе, внести свои данные и создать заявку, то есть портфолио по той дисциплине, в которой они намерены испытать свои силы. Минимальный возраст участников 16 лет. Регистрация идет с января и завершится 15 марта. Несколько тагильчан уже отправили свои заявки. На данный этап сейчас у нас в основном это спортсмены, есть несколько ребят, которые готовят как проекты свои, то есть рассказать о своей деятельности, которая именно направлена на развитие вот именно этих уличных культур. Шерзод Шадикулов подал заявку на участие в направлении воркаут «Уличная атлетика». В спорте он с детства и после окончания школы планирует пойти учиться на тренера. Хочет преподавать воркаут тагильчанам. Я решил принять участие, потому что, я думаю, я уже подготовился к этим соревнованиям. Желание и показать себя, и проявить, так скажем, момент вот этот вот соревновательный, адреналин, вот это вот все. Гор Петросян – председатель Нижнетагильского отделения Федерации стритлифтинга. Это силовой вид спорта, включающий подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях. Любовь к спорту ему привили родители. Спортсмен также занимается кикбоксингом и боксом. Ну, скажу так, не про спорт, на учебу я трачу всего лишь 3 пары на каждый день. Остальное все время в неделю у меня все спорт. Особенно зимой, ни куля, ничего, только занимаюсь спортом. Гор также будет участвовать в направлении воркаут. И очень рад, что его любимый спорт развивается. Ну, это в первую очередь развивает, получается, популяризирует стрит-воркаут. Потому что за рубежом он уже популярный вид спорта, а в России не так уж и популярный. Некоторые его не воспринимают всерьез. И вот такие соревнования вставляют его на высокую планку. Организаторы премии «Карда» призывают тагильчан не бояться и не скромничать, смело заявлять о своих проектах, спортивных и творческих талантах на мировом уровне. Финальные мероприятия пройдут в Пятигорске с 19 по 23 мая. Там же одновременно с соревнованиями будет проходить фестиваль уличных культур. Принять участие в нем могут абсолютно все.